Особенно снежной погодой выдалась нынешняя зима. Но для жителей поселка Уштабе это обернулось настоящей головной болью. Множество аварий и постоянные задержки общественного транспорта происходят из-за несвоевременной чистки дорог. Однако ответственные инстанции считают, что работа ведется планомерно. Ситуация разбиралась Аида Ибраева. Помогите нам, пожалуйста, помогите. Жители поселка Уштубе уже не стараются скрывать свои эмоции, ведь состояние дорог, особенно в зимнее время, для уштубинского региона имеет особое значение. Здесь проживает около 5000 человек, большинство из которых, это 70%, учатся и работают в Караганде. Сегодня проехать по дороге, соединяющей так называемый район Энгель с городом, практически невозможно. Неоднократное количество аварий и происшествий уже не раз случались из-за заснеженного состояния дорог. Между Энгельсом и городом дорога. Она очищена была один раз. Там каждый день аварийные ситуации, каждый день машины сходят на дорогу. И я думаю, что вот этот вопрос должен решить. Однако, по мнению сотрудников акимата Уштубинского сельского округа, состояние дорог контролируется ответственными органами и работы ведутся. В основном помогает у нас сейчас крестьянское хозяйство «Ромашка». Вот, помогает. И далее, например, село Курлус, там помогает крестьянское хозяйство «Мереки». Вот они чистят дорогу, потому что в этом году видите. И в Заречном тоже птицефабрика Карагандкус Шляхтин. Вот они помогают. И мне кажется, жалко, таковых нету на это почистить. В прошлом году на расчистку дорог от снега было выделено 400 тысяч тенге, а сегодня эта цифра была увеличена государством вдвое. Нынешняя зима особенно сильно удивила огромными снежными сугробами. Сегодня пенсионерам даже за пенсией приходится ездить в город, ведь в поселке почему-то закрыли почту. Мы должны за газетой ездить в город. Так же нельзя делать и стариками. Так же нельзя. Но мнение специалистов акимата остается прежним. Все дела идут, работа делается. Вблизи города и нормально он вообще-то ходил этот маршрут. И сейчас, наверное, погодные условия, поэтому немножко, наверное, и задержка идет. Для нашей редакции осталась загадка, почему мнение людей и государственных органов настолько не совпадает. Ясно одно, ситуация на дороге должна найти свое решение, ведь неизвестно, сколько еще аварий может произойти. Аида Ибраева, Алжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.